И рада вас приветствовать снова в горах Дольного Сленска, Нижней Силезии. И мы сегодня идем на очень интересную вышку, смотровую, специально сделанную людьми. Такая, в принципе, как вышка, не знаю, во Франции, что ли? Да? Может быть, да. Ну, увидите, она сделана полностью из металла, 853 метра. Одна из самых высоких, получается, вершин Валбжских гор. Валбжих. И мы идем вот по такой, как бы, круче. В принципе, потому что это самый короткий, самый крутой подъем, но он самый короткий. Здесь есть слева-справа по горе. Можно обойти более, так сказать, пологие склоны. Но пока еще есть у нас немножко сил, мы можем и пройти. Сегодня пятница. Продолжает стоять шикарная погода. То есть, в принципе, бабье лето здесь проходит на ура. То есть, вообще шикарно. В ночи температура опускается, может быть, даже 12 градусов. Но днем достигает 28, кое-где 30. И так по целой Польше. То есть, по всей Польше идет сейчас бабье лето. Уклон довольно-таки приличный. Но, как проходящие мимо тут местные жители сказали, что лучше идти по ней. Это будет коротко и быстрее. Но мы и пошли, потому что и собачкам лучше, и нам лучше. Ни с кем не будем соприкасаться. А видите, они силы еще имеют. Бегут вперед метров на 50. Все время от нас впереди. А мы как старые гуралы, горные ходоки. Поднимаемся. Наверное, даже сниму свою жилеточку. Реально тепло. Сейчас еще относительно рано. Около 9 часов. Здесь мы встаем традиционно. Я даже в 5:30. В 6. И, в принципе, высыпаемся. Хорошо. Дышится отлично. Так что это вершина. Мы потом, естественно, оставим эту точку, где мы были. Кому интересно посмотреть месторасположение. Ай-яй-яй, вы где были, ком? Вы представляете, сколько энергии, да? Они уже там были на вершине, но отдыхает папа с мамой. А вы куда пошли, а? Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. Сейчас поднимемся, дадим вам водички. Мягкомордый, а? Передай Диме Прага привет мягкомордой. Вот тебе передает мягкая морда. Ну и ты тоже дохленький передаешь. Вот. Как это? Со своей виктима. Называется виктима. Вот этот цвет. Это цвет жертв насилия. Не розовый, это, кстати, сиреневый цвет. Вот такое. Так что, может быть. И вот мы шли минут 35-40 по крутому спуску. Сейчас вышли тут на малинник небольшой. Тут, кстати, ежевика, малина. Всю дорогу встречается. Вот, кушаем. И пришли, в принципе, вот куда мы шли. Мы шли, естественно, вот на эту башню, видите, рукотворную, современную. На нее можно будет подняться, что мы и сделаем. И сегодня хорошая погода, соответственно, хороший вид нам обеспечен. Сейчас немножко пожуем малинку, которая остается от туристов. Она за будние дни созревает, в выходные ее, естественно, срывают. Дикая малинка, очень вкусно. Ком! Сейчас прибегу. Вот они здесь, за кустами. Пока мы едим малинки, наши дети умудряются куда-то сбежать вечно. Малина нас немножко сдерживает, да? Никак не можем выйти на пункт, куда мы идем. Ну, здесь уже прилично жарко, я хочу сказать.
на горе. И смотрю, здесь, кстати, связь ловит 5G. Представляете, на горе. Вот такая башня, видите. Видоковая. Слово видеть, видок. Среди малиновых кустов. Идешь так себе, поклевываешь малиночку. И таких башен здесь, в нашей окрестности, рукотворные, но они все по разному дизайну. Ком. Ком. Иди ко мне. Пэк. Видите, какой приличный стол. Фух. Сейчас мы немножко подождем, когда сверху спустятся людишки. А, надо... Ком. Сейчас дадим сам водички. Потом поднимемся наверх. Сейчас посмотрю. Иди ко мне. Ком. Бэк. Поилочку ты взяла? Взяла. Бэк. На. На. Бэк. На. Такая бутылочка с фильтром, видите? Это фильтр, это не тампакс. Вот так он вкладываешь в бутылку. И можно, например, горную речку или там чуть ли не с какой-то подозрительной воду набирать, и можно, соответственно, пить. Да, вот фильтрованная вода, пожалуйста. А что вы, детки, не пьете? На. Молодец. Бэк. Иди попей. На. На, бэк. На. На. Ты где? Мягкоморд. На. А мягкоморд, видите, не хочет пить. Хотя всю дорогу шел, язык на плече висел. Фу! И вот мы пришли на гору Борова. Добрый? Гора Борова. 853 метра. И то идем за нами. Совершенно современная башня. Видите, использовалась явно строительство горнолыжных трасс. Потому что вот эти трассы натяжные и так далее. Так что мы сейчас будем на самой высокой точке. 853 метра. И посмотрим, что там сверху видно. Соответственно, если идти по малому кругу, то нужно делать меньше шагов, чем по большому. Высота приемлемая. Я головой не достаю. Так что довольно-таки плавно можно подняться. Вот вам и Боровая, гора Борова, 853 метра. Но находились мы сегодня прилично, потому что сюда подняться нелегко, я вам хочу сказать. Но назад мы пойдем по более пологому склону. Зато здесь будет полностью виден наш регион. О, легкий ветерок. Жди! Вот видите, написано Валбжик. На него нагадили больше всего, потому что это столица региона. Хельмец, Нишек. И, соответственно, вот перед нами это все Валбжих. Старый Валбжих, видите? Там. И каждое направление здесь указано, где какие города. Как наши песики сверху смотрятся. Посмотрите.
Вот они, наши ждуны. Если мы их сюда не потащили, они, в принципе, боятся высоты. Мы живем прямо напротив. Вот это поселение. Вот. Мы вот здесь вот живем. Вот такая ситуация. Вот на том карьере, кстати, мы тоже были. Это реально действующий карьер. В Стошке, да. Там хороший рыбный ресторан. Там вот вдалеке, видите, где террасы. Там смажальня рыб и так далее. Вот это все называется Нидершлезиен. Нижняя Силезия. Он же Дольный Шленск. Видите, кроме пенсионеров и нас здесь никого нету. 853 метра. Посмотрите, какая красота. И потом, естественно, здесь недалеко находится Карпач, Шляска Паремба. Там мы уже будем кататься на лыжах и так далее. Вот видите, вот эта штука показывает направление ветра. Дышится шикарно. И там далеко Свидница, но совсем далеко за горами. Где-то 20 километров стонд. Вот такая красота. Обратите внимание, как сделана сама вышка. Как натянуты тросы, какое, в принципе, современное инженерное решение. Представляете, да, как все сделано? Цаки-цаки. Все на стяжечках, то есть совершенно все прочно, безопасно. Хотя вот как бы стоишь и так чувствуется, что немножечко стрём. Дольный Шленск. Сами вращается. Мы спускаемся вниз, покушаем бутербродик. Собачки нас зовут. Все, пока-пока. Валбжих. Вальденбург на связи.